Карта «Арена». Попробуем перехватить развитие противника в двух точках – на главной базе и на вероятной побочной. Силы ГСБ более всего уязвимы для этого трюка, так что должно сработать. Строимся следующим образом. Электростанция. Дверь. Экстрактор. Мозговой центр. Но это не все. Давайте немного отмотаем время назад. Сейчас мы посмотрим, что еще было сделано за время этого развития. Во-первых, одновременно с электростанцией мы заказали разведчика на дополнительные закладки. Вот он достроился и отправляется на ближайшее поле. Во-вторых, мы заказали отряд ОС, едва построив дверь, и тут же направили на разведку. Сейчас, как видите, они долетели на вражескую базу. Объект атакуют. Объект потерян. Да, они погибли под пулеметным огнем комбайна, но свое дело сделали. Мы поставили электроловушку. Теперь она атакует вражеский комбайн. Это позволило сделать только что достроенный мозговой центр. В-третьих, отряды дезинтеграторов разведали синее поле. Там никого, но отделившийся отряд ОС нашел на соседнем поле колониста. Он один, защиты никакой нет, легкая добыча. Если успеем добежать, пока противник ничего не построил рядом, о побочной базе он может забыть. Судя по всему, наш оппонент отвлекся на электроловушку и слегка занят. Готово. Тут базы не будет. А что творится у него дома? Пулеметы отряда автоматчиков тщетно пытаются одолеть наш электрический сюрприз. Одного комбайна уже нет, второй подпорчен. Мы же тем временем успешно строимся. Строится. Чего он ждет? Надеется на что-то? Нет, не надеется. Вы победили. Сдался. На графиках ничего показательного. Очень уж недолго длилась партия. Мы одержали полную победу за 2,5 минуты. Вот такой простенький блиц.